Проект «Инициативное гостеприимство» реализуется в Видном при поддержке администрации, общественных организаций округа и Московского областного регионального отделения Союза женщин России. Наклейку «Знак качества работы» получает учебно-методический образовательный центр Ленинского городского округа. Это учреждение, которое работает на территории нашего региона уже более 25 лет. И все это время они постоянно уделяют внимание лицам с ограниченными физическими возможностями. В начале года в Ленинском округе был учрежден знак «Инклюзивное гостеприимство». Это наклейка, которая изображает руки, протягивающие сердце. Знак стал символом любви и толерантности к людям с ограниченными возможностями здоровья. Ну, это действительно награда. Это отмечен труд наших специалистов, психологов и логопедов. Это дети приходят, мы им определяем не просто индивидуальный образовательный маршрут, мы им адаптированную программу, исходя из тех их заболеваний, которые они есть, чтобы они тоже могли обучаться и посещать наши образовательные учреждения, например, дошкольные. Творить добрые поступки и помогать тем, кто в этом нуждается, совсем не трудно. В Ленинском округе делают все возможное для людей с ограниченными возможностями здоровья. Инга Янчук, Евгений Бех, Максим Константинов, Видное ТВ.